Саудовская Аравия отозвала своего посла из Швеции из-за разногласий по вопросу прав человека, передает телеканал Евроньюз. В частности, заявление главы МИДа Швеции Маргарет Вальстрем на эту тему Эр-Рияд счел открытым вмешательством во внутренние дела королевства. После того, как Вальстрем возмутилась нарушением прав женщин в Саудовской Аравии и преследованием блогера Раифа Бадауи, Эр-Рияд сорвал речь министра на заседании ЛАГ в Каире. Под завалами на месте торгового центра «Адмирал» в Казани могут находиться до 15 человек, передает Вести.ру. Такую информацию СМИ сообщил глава Приволжского регионального центра МЧС Игорь Паньшин. По словам Паньшина, возгорание окончательно ликвидировано, пожарные проводят проливку конструкции. После разбора завалов здание торгового центра, вероятно, придется снести. Несущие конструкции накренились, и восстановлению помещения, по словам Паньшина, не подлежит. Пожар в торговом центре «Адмирал» произошел 11 марта. США ввели санкции против двух организаций – Российского национального коммерческого банка и Евразийского союза молодежи. Ранее санкции против РНКБ уже были введены Евросоюзом. РНКБ – первый российский банк, который начал работать в Крыму после его присоединения к России, напоминает РИА Новости. Причина включения в санкционный список Евразийского союза заключается в том, что его деятельность, по мнению Министерства финансов США, угрожает безопасности и территориальной целостности Украины. Войска Ирака вошли в захваченные боевиками группировки «Исламское государство» Тикрит, сообщает агентство Франс Пресс. Между тем, по информации агентства, 11 марта боевики «Исламского государства» начали штурм города на границе с Турцией Рас-эль-Айн. Курдские боевики также ведут ожесточенные бои с «Исламским государством» вокруг города Таль-Тамр к юго-востоку от Рас-эль-Айн. Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки «Исламское государство» взорвали могилу отца свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна и мечеть возле нее в центре Тикрита. Совет директоров МВФ Международного валютного фонда утвердил выделение Украине 17,5 миллиарда долларов в рамках программы помощи. 5 миллиардов долларов Украина получит немедленно. За кредитом МВФ, как ожидается, последуют займы от других кредиторов. В целом пакет помощи Киеву оценивается примерно в 40 миллиардов долларов. В свою очередь Швеция решила дать Украине 100 миллионов долларов беспроцентного кредита. В Аргентину прибыла команда французских экспертов. Они примут участие в расследовании авиакатастрофы, жертвами которой стали 10 человек, в их числе 8 французских граждан. В понедельник в провинции Ла-Риоха столкнулись два вертолета. Один из них сразу же взорвался, второй потерял управление и упал с высоты в 100 метров. Причины пока остаются неясными. Во всяком случае, сообщается, что погодные условия в момент трагедии благоприятствовали полетам. Пилотируемый космический корабль «Союз ТМА-14М», на борту которого находятся российские космонавты Александр Самокутяев и Елена Серова, а также астронавт НАСА Барри Уилмор, отстыковался от МКС и направился к Земле. Полет «Союза» проходит в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковный центр управления полетами. Спуск «Союза» будет проводить автоматика. Он продолжится более 3 часов. Спускаемый аппарат «Союза» приземлится в казахстанской степи, примерно в 146 километрах от Жесказгана. Индийский суд вызвал бывшего премьер-министра страны Манмохана Сингха для дачи показаний по делу о коррупции, имевшей место при распределении угольных месторождений. Помимо Сингха в суд должен явиться миллиардер Кумар Бирла и еще один чиновник. Все они обвиняются в том, что при распределении участков по добыче угля вступили в преступный сговор. В случае, если обвинение в злоупотреблении доверием будет доказано, 82-летнему Сингху может грозить пожизненное заключение. Манмохан Сингх занимал пост премьер-министра Индии с 2004 по 2014 год. За последние 2 суток от свиного гриппа скончались более 160 индийцев, передает ТАСС. Таким образом, число жертв вируса H1N1 превысило 1500 человек. Такие официальные данные Индийского министерства здравоохранения и благосостояния семьи. Общее число заболевших достигло 27 тысяч человек. Больше всего пациентов со свиным гриппом зарегистрировано в штате Раджастан и Гуджарат. По данным медиков, на 9 марта случаи летального исхода зафиксированы во всех 28 штатах Индии.
И казахстанским новостям. Незаконно получивший водительские права психически больной совершил смертельное ДТП в Шымкенте, сообщает TMZ.KZ. В результате аварии погибла женщина. По данным СМИ, 43-летний пациент состоит на учете в психдиспансере с 1988 года. Он не имел никакого права садиться за руль, но, несмотря на это, ему выдали водительские права в 2006 году. Смертельное ДТП в Шымкенте произошло еще в ноябре 2014 года. С тех пор шел суд. Психически больной сбил женщину, находясь за рулем своего автомобиля марки «Опель». По приговору суда психически больной будет направлен на принудительное лечение. Сайт www.rikatv.kz. Самые актуальные новости, самые интересные темы.